Умей ценить того, кто по тебе скучает, и не гонись за тем, кто счастлив без тебя. Всем хорошего настроения. Сейчас расскажу вам о праздниках на 8 июня. Поехали! Всемирный день океанов, День Республики Карелия, Всемирный день петербургских котов и кошек, Международный праздник День работников легкой промышленности. И сегодня еще есть необычные праздники. День жизнелюба, расцвет зеленого царства и день таинственных знаков и предсказаний. А в народном календаре карп, карполов. Именины сегодня отмечают Александр, Георгий, Давид, Елена, Иван, Карп, Макар и Юрий. В этот день в истории есть знаменательные события. В 1869 году Айвс Магафни запатентовал пылесос. В 1909 году выпущен первый серийный российский автомобиль. В 1946 году создана Международная организация журналистов. В 1948 году запущен первый советский реактор для производства оружейного плутония. В 1972 году на экраны вышел фильм Леонида Гайдая «12 стульев». И в 1988 году принят закон о кооперации в СССР, начало частной деятельности. И родились в этот день. В 1625 году Джованни Кассини, итальянский астроном. В 1671 году Томмазо Альбинони, итальянский композитор. В 1810 году Роберт Шуман, немецкий композитор, пианист, педагог, музыкальный критик. В 1837 году Иван Крамской, русский живописец и художественный критик. В 1837 году Илларион Воронцов-Дашков, русский государственный и военный деятель, граф. В 1891 году Одри Мэнсон, американская модель, актриса театра и кино. В 1910 году Джон Вуд Кэмпбелл, американский писатель-фантаст. В 1918 году Борис Доленков, советский художник кино, народный художник РСФСР. В 1920 году Иван Кожедуб, советский военный летчик и военный деятель, маршал авиации. И в 1951 году Бонни Тайлер, английская рок-певица. А вы знаете, что лучшие моменты в жизни происходят вне соцсетей? На сегодня все. Всем спасибо, всем хорошего настроения и пока!